Советские войска отходили по мостам через Волгу. Вдруг раздался ужасающий грохот, который был слышен за много километров от города. Черный гриб от взрыва складов и вагонов с боеприпасами высоко поднялся в серое октябрьское небо. Войска, для которых предназначали эти снаряды и минные патроны, либо сражались в окружении под Вязьмой, либо отступали вглубь страны. На дорогах царил хаос, фронт рухнул. Шел октябрь 1941 года. Немецкая операция «Тайфун» по захвату Москвы пока развивалась по плану. Уже через несколько часов после взрыва боеприпасов на Ржевском железнодорожном узле в город вошла вражеская пехота. Позднее было проведено расследование относительно уничтожения боеприпасов в Ржеве. Оно показало, что советское командование действовало правильно. Вывести мины и снаряды не представлялось возможным, поскольку все пути разрушила немецкая авиация. Эшелоны с боеприпасами оказались в Ржеве не случайно. Город являлся важным узлом дорог, и это определило его значимость для обеих сторон. Сражающиеся армии потребляют целыми эшелонами снаряды, мины, патроны, горючее и продовольствие. Поэтому борьба за крупные магистрали становилась особенно ожесточенной. Каждая сторона стремилась защитить свои линии снабжения и блокировать перевозки противника. Через Ржев проходила железная дорога, идущая из Москвы на Великие Луки. Пока немцы удерживали Ржев, Красная армия не могла использовать эту трассу для снабжения своих войск, которые угрожали тылу группы армий «Центр» в Смоленске. Если бы удалось выбить немцев из Ржева, то появилась бы возможность атаковать фланг и тыл немцев на московском направлении. В свою очередь, части вермахта в Ржеве снабжались по железнодорожной ветке, идущей от Вязьмы через Сычевку. Захват Сычевки неизбежно привел бы к кризису снабжения и потере немцами Ржева. Через несколько дней после взрыва складов отступившие от Ржева соединения Красной армии составили Калининский фронт. Его командующим стал генерал-полковник Конев. Конев Иван Степанович, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Войну начал командующим 19-й армии, участник Смоленского сражения, за успехи в котором назначен командующим Западным фронтом. В результате операции «Тайфун» вверенные ему войска попали в окружение. Причины случившейся неудачи разбирались комиссией Комитета обороны во главе с Молотовым и Ворошиловым. Всего за несколько недель до этого по итогам подобного разбирательства был расстрелян командующий Западным фронтом генерал Павлов. Конева спас Жуков, прибывший из-под Ленинграда. Неудача могла постигнуть и гения, но разбрасываться толковыми командующими, когда враг у стен столицы, попросту неразумно. Конев стал заместителем Жукова, а вскоре возглавил Калининский фронт. Зима 1941 года. Советские войска под Москвой перешли в контрнаступление, и немецкая 9-я армия отходила от Калинина к Ржеву. Гитлер отстранил фон Бока от командования группой армий «Центр». У него оставалось всего несколько часов, чтобы передать дела своему преемнику фон Клюге. Из дневника фон Бока. Я указал Клюге на тот факт, что концентрация противника на фронте 9-й армии может вылиться в крупное наступление русских против северного фланга группы армий. Клюге хорошо запомнил этот урок. Ханс Гюнтер фон Клюге. Генерал-фельдмаршал, ветеран Первой мировой. В 1939-м уже командовал армией. После провала заговора против Гитлера покончил с собой. По окончании войны гроб с его телом выкраден из семейного склепа. Местонахождение тела до сих пор неизвестно. Прогноз фон Бока оказался точным. Конев получил директиву Ставки. Перехватив железную и шоссейную дороги Гжатск-Смоленск западнее Вязьмы,
лишить противника основных коммуникаций. Навстречу Калининскому фронту наступал Западный фронт Жукова. Если бы войска обоих фронтов справились со своими задачами, то группа армий «Центр» оказалась бы в гигантском котле. Перехват дорог возлагался на 39-ю армию со средней численностью дивизии 9,5 тысяч человек. Ржев считался целью вспомогательной. Его штурмовала 29-я армия со средней численностью дивизии 5,5 тысяч человек. Вместо штатных – 11 тысяч. Операция началась удачно. 39-я армия прорвала на узком фронте немецкую оборону западнее Ржева и устремилась к главной магистрали, питающей группу армий «Центр». Вслед за ней в пробитую брешь вошла 29-я армия, нанося удар по Ржеву с тыла. Казалось, что немецкий фронт рухнет с часу на час. Военный врач Генрих Хаапе, 6-я пехотная дивизия немцев. Мы получили пополнение из строительных и железнодорожных рот полковых тылов. Все остатки и огрызки были посланы сюда. Многие совершенно не владели оружием. Пушечное мясо было брошено в бой. В то время как мы, выстрелив, меняли позицию, вновь прибывшие стреляли из одной точки. Очередь из русского автомата, и они погибали. Перекличка показала, что из 130 человек, прибывших к нам 12 часами ранее, 104 были потеряны. Наступление Калининского фронта привело к окружению в районе Оленина 23-го корпуса немцев. Но идущие навстречу войска Западного фронта увязли в боях в районе Юхнова. Прорваться в район Вязьмы удалось только кавалерийскому корпусу Белова. Справка. Большие потери танков в первые дни войны привели к тому, что в конце 1941 года в Красной армии не было крупных танковых соединений. Для развития наступления использовалась конница. Кавалерийские корпуса вводились в пробитые бреши в обороне и действовали на коммуникациях противника. В своем составе они имели танковую бригаду, полевые противотанковые и зенитные орудия, минометы. Кавалеристы стали мобильными пехотинцами. Лошадей использовали лишь как средство передвижения. Бои в конном строю случались крайне редко. Обычно конники спешивались, коноводы забирали коней, и бойцы воевали как пехота. К концу войны создавались конно-механизированные группы в составе конницы, танкового, самоходного полков, полков «Катюш» и других частей. Такие группы сочетали в себе мощь и мобильность. 16 января место командующего немецкой 9-й армии Штрауса занял генерал танковых войск Вальтер Модель. За день до этого Гитлер отдал приказ на отход всей группы армий «Центр». Войска отводились на так называемую позицию Кёнигсберг, севернее Ржева, восточнее Зубцова, Гжатска и Юхнова. Этот отход позволил фон Клюге высвободить несколько дивизий, которые отправились в 9-ю армию. Они позволили немцам нанести контрудар и восстановить связь с окруженным в районе Оленина корпусом. Одновременно немцы захватили линии снабжения 39-й и 29-й армии Калининского фронта. От катастрофы войска Конева спасло успешное наступление Северо-Западного фронта на Велиш, Великие Луки и Холм. В результате этого наступления линия фронта изогнулась и образовала западный фас Ржевского выступа. В нем еще оставался коридор между Белым и Нелидово, благодаря которому 29-я и 39-я армии сохранили связь с главными силами фронта. Конев почувствовал надвигающуюся опасность и заранее приказал 30-й армии перемещаться под Ржев, чтобы пробить коридор к 29-й и 39-й армиям. А Модель уже получил от фон Клюге резервы. Изрядно потрепанные, но сохранившие боеспособность танковые и моторизованные дивизии, в том числе эсэсовская «Das Reich», позволили Моделю не только отразить все атаки Конева, но и окружить 29-ю армию в Манчаловских лесах. Яростными ударами Конев старался вызволить своих из котла. Модель выставил заслон из фанатичных эсэсовцев «Das Reich» и постоянно его усиливал.
Здесь проявился характер Моделя как полководца. Он распределял поступающие части по полкам и батальонам и закрывал ими дыры на разных направлениях. Малочисленная 30-я армия мало что могла сделать для прорыва этого заслона. Тогда Конев принял необычное решение. 17 февраля в окружении высадился небольшой воздушный десант. Десантники стали поводырями прорыва на юг. До 28 февраля к своим пробились 5200 человек. Потери 29-й армии составили около 14 тысяч человек. Перехватить шоссе Смоленск-Вязьма и тем самым разгромить или заставить отступить группу армий «Центр» зимой 41-42 годов не удалось ни Жукову, ни Коневу. Потери войск Калининского фронта с января по апрель 1942 года составили 341 тысячу человек, включая 123 тысячи убитых и пропавших без вести. Западный фронт за тот же период потерял 105 тысяч человек, включая 30 тысяч убитыми и пропавшими без вести. Группа армий «Центр» потеряла около 300 тысяч убитыми и ранеными. Лето 42 года. Солнце ярко освещало лес. Тишину нарушало лишь стрекотание легкого самолета и редкие выстрелы. Фон Клюге использовал связной шторх не только для полетов в войска, но и для охоты. Особенно он любил охотиться на лисиц. Опасная забава. Недавно во время полета над лесом выстрелом с земли получил ранение Модель. В лесах находились партизаны и красноармейцы. После зимнего наступления в тылу группы армий «Центр» образовалось несколько групп советских войск, имевших слабую связь с основными силами Калининского и Западного фронтов. В районе Вязьмы находились кавалеристы Белова и несколько дивизий 33-й армии генерала Ефремова. Наибольшую опасность для немцев представлял выступ в районе Холм-Жирковского, который удерживали 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус. Снабжение их осуществлялось по узкому коридору. Командир огневого взвода Михаил Лукинов. Пехоты было мало, и состояние ее оставляло желать лучшего. Лошади все погибли. Да что лошади? Люди пухли от голода. Больных отправляли из мешка пешком в госпитале на большую землю. И им даже завидовали. Оставить завоеванную кровью территорию ставка не решалась. К июлю 1942 года немцы спланировали операцию «Зейдлиц», чтобы покончить с этой группой. Наступление началось утром 2 июля. Через три дня две танковые дивизии немцев встретились в районе деревни Пушкари на шоссе Белой-Оленина. В окружение попали все части и соединения 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса, а также часть сил 41-й и 22-й армии. Попытки прорыва продолжались в течение нескольких дней. Офицер связи 17-й гвардейской стрелковой дивизии Поляков. В штабе царила атмосфера спокойной обреченности. Чувствовалось, что люди сделали все возможное и теперь по привычке долго дотягивают свою ношу до исчерпания последних сил. Командующий 39-й армии генерал Масленников на самолете вылетел в Москву. Вывезли и его раненого заместителя генерала Богданова, который умер уже в госпитале. К своим прорвались около 18 тысяч человек. Общие потери окруженных частей составили 60 722 человека. Итогом операции «Зейдлиц» стало окончательное формирование Ржевского выступа. Его центром стали две железнодорожные магистрали. Одна шла от Москвы через Ржев на Великие Луки, а вторая – из Торжка через Ржев и Сычевку на Вязьму. Этот немецкий плацдарм стал главным препятствием на пути к полному разгрому группы армий «Центра». Лишь его захват позволил бы снабжать по железной дороге клещи, нацеленные в тыл немецким войскам. Немцы это понимали и держались за Ржев изо всех сил.
Кроме того, Ржевский выступ являлся ближайшим к Москве немецким плацдармом. От советской столицы его отделяли всего 150 километров. Сокрушить выступ и отбросить противника дальше от Москвы требовалось любой ценой. Июль 1942 года. Оправившись от зимнего поражения, вермахт начал наступление на юге с целью захватить кавказскую нефть. Красная армия отступала к Сталинграду и Ростову. Только что вышел знаменитый приказ 227 «Ни шагу назад», особенно актуальный на сталинградском направлении. А в центре советско-германского фронта артиллеристы привычно выполняли свою работу. Заряжание, выстрел, корректировка прицела и снова выстрел. Казалось, что это обычная перестрелка. Немецкие солдаты привычно прятались в траншею, заслышав вой падающих снарядов. Но они даже не подозревали, что происходит по другую сторону фронта. Рядом с гаубицей стояла замаскированная громадина тяжелого орудия. На позиции прибыли орудия Б-4, еще в финскую войну прозванные «сталинской кувалдой». Б-4 – советская гаубица большой мощности, калибра 203,4 мм. Благодаря переменным зарядам и углу возвышения 60 градусов обеспечивалось выбирание оптимальной траектории для поражения различных целей. Эти орудия использовались при прорыве укрепленных полос, штурме крепостей и в уличных боях. Состояли только в артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Разрывы 100-килограммовых снарядов Б-4 сразу привлекли бы внимание немцев. Чтобы не раскрывать появление тяжелых орудий, советские артиллеристы пристреливались легкой гаубицей. Потом результаты стрельбы пересчитывали по таблицам на сталинскую кувалду. Здесь же в лесах маскировались новые «катюши». На Западном фронте должен был состояться дебют новых установок М-30 с мощной 300-миллиметровой боевой частью большой разрушительной силы. Пусковой станок М-30 при стрельбе устанавливали непосредственно на грунт. На нем помещали 4 снаряда. Внутри ящика имелись направляющие полосы, по которым при выстреле скользил снаряд. Использовался и двухрядный способ заряжания, что позволяло с каждого станка пускать 8 снарядов. Дальность стрельбы – 2800 метров. Мощный реактивный снаряд установки получил у бойцов кличку «Иван Долбай». Впоследствии разработан снаряд М-31 с дальностью 4325 метров, а к нему установка на автомобильном шасси, называемая в войсках «Андрюша». Фронт жил размеренной и даже спокойной жизнью. Начальник штаба 20-й армии Леонид Сандалов. При ясной погоде можно было наблюдать смену немецких солдат на постах, дым, идущий из блиндажей, переливание через бруствер ведрами накопившейся в окопах воды. Вечером доносились звуки губной гармошки, а ночью нейтральная полоса освещалась изредка выпускавшимися ракетами. Вся эта фронтовая рутина тщательно изучалась в бинокль старшими офицерами Красной армии, переодетыми в солдат. Участок фронта на рубеже реки Дёржа под Погорелым городищем советское командование выбрало для прорыва и наступления с далеко идущими целями. Директива Ставки предписывала овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно закрепиться на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой ТЭД-депоны в районе Ржева и Зубцова. К операции привлеклись 4 армии Калининского и Западного фронтов. Первый должен был начать наступление 28 июля, второй – 3 днями позже. По другую сторону фронта тоже вынашивались наступательные планы. Пауль, кто там у русских? Пока что все тихо. Немцы выбрали своей целью Сухинический выступ южнее Ржева. Начало операции «Смерч» планировалось на начало августа. Предполагалось ударами по сходящимся направлениям с юга и с севера срезать выступающую на запад дугу и окружить советские части.
Из-за проливных дождей дороги превратились в грязевые потоки, и наступление Западного фронта откладывалось. Но Калининский фронт Конева 30 июля начал операцию. Планировалось, что 30-я армия к исходу второго дня овладеет Ржевом. Командующий артиллерией фронта генерал Хлебников. Две первые позиции главной полосы обороны противника были разрушены. Войска, их занимавшие, почти полностью уничтожены. К концу дня фронт был прорван, но у модуля еще имелись резервы. По железной дороге подошла 6-я пехотная дивизия. И сражение у Ржева превратилось в позиционную мясорубку. Целыми неделями шли бои за небольшие населенные пункты и даже отдельные высоты. К северу от Ржева таковыми были деревня Полунина и высота 200. Командир батальона 6-й дивизии немцев Хоке. Мы двигались к передовой. Адский огонь артиллерии и минометов противника обрушивался на наши траншеи. Все в укрытие. Быстрее. Оставить только наблюдателей. Быстрее. Невообразимо это количество арбатарей и ракетных установок всевозможных типов. Неописуемый звук сталинских органов. Раненые бредут нам навстречу. Рассказывают, что впереди очень плохо. Очень большие потери. Солдат, возьмите себя в руки. Немедленно прекратите панику. Не обращайте внимания, это контузия. Русские уничтожали нашу технику и вооружение, равняли наши позиции с землей. Но атаки советской пехоты неизменно срывались. Существенным недостатком тактики пехоты Красной армии в 1942 году стало глубокое эшелонирование боевых порядков в соответствии с уставами. В дивизии два полка ставились в первый эшелон и один позади. Таким же образом строили батальоны и роты в полках. Это давало возможность усиливать удар в направлении наибольшего успеха. Но в результате такого построения из 27 рот стрелковой дивизии в первой линии их оказывалось всего 8. Это уменьшало силу удара и приводило к большим потерям вторых и третьих эшелонов от артиллерии и авиации еще до того, как те видели противника. Командир 6-й пехотной дивизии Хорст Гроссман писал: «Нам надежно помогла артиллерия, которая стреляла, насколько хватало боеприпасов. Часто она срывала атаку русской пехоты уже в момент ее возникновения. Без нее было бы невозможно удерживать позиции». По итогам летних боев 1942 года тактику пехоты Красной армии существенно изменили. 4 августа утренняя тишина в районе Погорелого городища сменилась оглушительной канонадой. Сталинские кувалды вступили в бой, выпуская снаряд за снарядом. После удачных попаданий немецкие дзоты взлетали на воздух фонтаном бревен. Полуторачасовая артподготовка завершилась залпом реактивной артиллерии. В атаку поднялась пехота и началось наступление Западного фронта. Специальный штурмовой отряд прорвался вдоль железнодорожного полотна сразу на 6 километров и захватил мосты через реку Синяя. Заложенные для взрыва мостов мины были обезврежены. Уже в середине дня советские части ворвались в Погорелое городище. Немцев выбили из него за несколько часов. Справка. До оккупации в Погорелом городище проживало 3076 человек. Большую часть жителей расстреляли или сожгли заживо за сопротивление новым властям. Многие умерли от голода и холода зимой 41-го. Кого-то угнали в Германию на принудительные работы. На момент освобождения здесь оставалось всего 905 жителей. За два дня 20-я армия прорвала оборону противника и вышла передовыми частями к рекам Вазуза и Гжать. Осталось форсировать эти реки и захватить плацдармы. Уже 7 августа предполагалось овладеть заветной Сычевкой и перерезать железную дорогу Вязьма-Ржев.
Еще немного, и немецкая армия будет лишена этой важной артерии. Но на берегах Вазузы и Гжати советские войска встретили сильное сопротивление. Здесь появились сразу 5 свежих дивизий противника, 3 танковые и 2 пехотные. Модулю было уже не до операции «Смерч». Все назначенные для наступления дивизии он бросил на отражение советского удара. Разыгралось крупное танковое сражение. Красноармейцам до Сычевки и заветной дороги оставались считанные километры, но пройти их оказалось непросто. Каждая сотня метров давалась с большим трудом. Продолжение атак означало лишь бессмысленные потери. Жуков решил перейти к обороне на захваченных плацдармах, а новый удар нанести на узел немецкой обороны в Карманово. Это была настоящая крепость, прикрытая с фронта рекой Яузой, а с флангов – непроходимыми болотами. Николай Гужва. Подошли к Карманову, лес закончился. Луг, чистое поле, речушка, а Карманово на высоте. Они там укрепились. В Карманове все здания кирпичные, они как в доте. Мы наступали, может быть, 1000 человек. Августа Калининский фронт взял Полунино и подошел вплотную к стенам Ржева. Прорыв к Вазузе привел к охвату и обходу Карманова. К 23 августа деревню полностью очистили от немцев. Модель потребовал от фон Клюге передать ему 3 или 4 новых дивизии. Шантажируя командующего, он запросил детальные инструкции. Как следует вести битву, если не прибудут требуемые соединения? Они ему были присланы. Советское наступление остановилось. Несмотря на то, что операция сильно отклонилась от замысла, Жуков и Конев добились впечатляющих результатов, сорвав планы противника. Окружение немцами Сухинического выступа не состоялось. Освободив немалую территорию, советские войска приблизились к железной дороге Ржев-Сычевка. В августе 1942 года район Ржева оставался единственным участком фронта, где Красная армия наступала и освобождала свою землю. Звонок из Москвы в штаб Западного фронта был неожиданным. Жукову звонил лично Сталин. «Вам нужно как можно быстрее приехать в Ставку. Продумайте, кого следует назначить командующим вместо вас». В районе Сталинграда немецкие войска уже вышли к Волге севернее и южнее города. Жуков получил новое назначение и вылетел под Сталинград координировать действия по обороне. Командующим Западным фронтом стал Конев, и стратегия в битве за Ржев изменилась. Конев отказался от продвижения на Сычевку и сосредоточил усилия на штурме самого города. Задача захвата железной дороги Москва-Великие Луки решалась в лоб выбиванием немцев из Ржева. Бои начались в последние дни августа 42 года. Казалось, что достаточно сделать еще один шаг, ударить еще раз, и брошенный в бой последний батальон принесет победу. Враг дрогнет и отступит. Но к Моделю опять прибыли 3 дивизии резервов. Командир дивизии «Великая Германия» заявил. Приказ Верховного командования запрещает использовать дивизию иначе, как в полном составе. Модель проигнорировал это указание и сразу начал растаскивать элитное соединение на части, затыкая дыры в обороне Ржева. 30 сентября офицеры и солдаты Великой Германии едва не взбунтовались, когда их отправили в очередную контратаку. Лишь к октябрю сражение за Ржев стало затихать. Как и в начале года, успех Моделя был следствием не только его полководческих способностей, но и результатом постоянного притока резервов. Справка. Модель получил 9 дивизий и еще эквивалент 2 дивизий отдельными полками и батальонами.
Если в июле 1942 года 9-я армия насчитывала 250 тысяч человек, то в сентябре, несмотря на потери, она увеличилась до 290 тысяч. Общие потери немцев в августе-сентябре 1942 составили 60 тысяч человек. Наступавшие на Ржев и Сычевку армии двух советских фронтов потеряли за это время 314 тысяч солдат. Красной армии все еще не хватало опыта. Александр Водный. Мы до этого еще летом не наступали. Да и не умели мы наступать на летнего немца. Я шел в километре за боевыми порядками и вдруг увидел поле, усеянное телами наших солдат. Молодые ребята с гвардейскими значками в новеньком обмундировании. Немецкий пулеметчик сидел в дзоте и косил наших солдат. Солдатики были готовы на все, а командиры не были готовы правильно наступать. Мы учились воевать у немцев аж до самого Сталинграда. Отделение! Цель дзот! По амбразуре 3! Огонь! А после Сталинграда нам уже не нужно было учиться. Мы уже сами умели. Я убит под Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Александр Трифонович Твардовский. В 1942 года на аэродром садились новые самолеты, которые сразу привлекли всеобщее внимание. В изящном двухмоторном бомбардировщике чувствовалась сила и мощь. Это был новый бомбардировщик Ту-2. Ту-2 – высокоскоростной дневной бомбардировщик ОКБ Туполева. Экипаж – 4 человека. Вооружение – 2 20-миллиметровые пушки и 3 пулемета. Бомбовая нагрузка – 3000 килограмм. ВВС Китая использовали его во время войны в Корее. Самолет создан в ЦКБ-29, которая по форме представляла собой специальную тюрьму НКВД, а по сути являлась авиационным конструкторским бюро. Располагалась в Москве на улице Радио, дом 24. В разные годы здесь трудились конструкторы Петляков, Мясищев, Королев, Стечкин и другие. Калининский фронт испытывал затруднения в снабжении войск из-за перекрытой немцами у Ржева железной дороги. Поэтому командование решило активно использовать авиацию для снабжения и поддержки войск. В состав 3-й воздушной армии, действующей на фронте, вошли еще 5 свежих авиакорпусов. Под Ржевом готовилась операция с кодовым наименованием «Марс». 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» по окружению немецких войск под Сталинградом. «Марс» планировался с тем расчетом, чтобы не дать возможность вермахту перебросить резервы под Сталинград. К участию в обеих операциях привлекались примерно равные силы советских войск. Операция «Марс» не готовилась непосредственно Жуковым. В период ее подготовки он, как представитель Ставки, находился на сталинградском направлении. Однако координацию действий Западного фронта Конева и Калининского фронта Пуркаева в период самой операции возложили именно на него. Кроме оперативной деятельности, Жуков является соавтором плана операции «Уран» по разгрому немецких войск под Сталинградом. Примечательно, что этот план до сих пор не опубликован, несмотря на истечение срока давности.
В день наступления 25 ноября под Ржевом задул резкий юго-западный ветер, принесший тяжелые серые тучи. Посыпались крупные хлопья мокрого снега. Видимость упала до 20 шагов. Использовать авиацию, на поддержку которой так рассчитывали Жуков и Конев, стало невозможно. Марс был не первым и не последним советским наступлением, начатым в плохую погоду. Но наступление 20-й армии на восточном участке Ржевского выступа сразу же столкнулось с серьезными проблемами. Взломать оборону противника советские войска не смогли, пробив лишь сравнительно узкую брешь. В нее ввели танковые и кавалерийские корпуса. Им предстояло прорваться к заветной железной дороге Сычевка-Ржев и прервать сообщение по ней. Смена планов привела к хаосу и заторам на переправах через Вазузу. На других направлениях наступление развивалось достаточно успешно, хотя и с отставанием от плана. Южнее Белого механизированный корпус Соломатина уже прорвал оборону авиаполевой дивизии Люфтваффе и устремился в глубину немецкой обороны. В долине Лучесы продвигался через леса механизированный корпус Катукова. Модель и фон Клюге бросили в бой все свои резервы. А из-под Смоленска к ним направились резервы Верховного командования. Советский танковый корпус и кавалеристы корпуса Крюкова с большим трудом пробились к железной дороге Сычевка-Ржев, но не смогли ее удержать. С помощью бронепоезда немцы восстановили контроль над ней. Но Жуков не оставлял надежды переломить сражение в свою пользу. Он снял с соседнего сектора еще один танковый корпус и готовился ввести его навстречу Калининскому фронту. Жуков ждал, когда в тыл немецким частям ударит корпус Соломатина с другой стороны выступа. В худшем случае новое наступление давало надежду на перехват железной дороги Сычевка-Ржев. К ней подошли уже практически вплотную даже стрелковые части. Казалось, достаточно сделать всего один шаг, и оборона врага начнет рассыпаться. Немецкое командование оказалось перед лицом военной катастрофы. Почти все дороги, идущие в город Белый, захватили советские войска. Оставалось только шоссе Оленина-Белый, но в двух шагах от него оказались танки Катукова. Модель бросил в этот сектор свои последние резервы. А на юге Эрих фон Манштейн готовил удар для освобождения окруженной под Сталинградом армии Паулюса. Операция, названная «Зимняя гроза», начиналась 12 декабря. Штаб 3-й румынской армии докладывал. В настоящий момент сил 48-го танкового корпуса недостаточно для одновременной борьбы с прорывами и контрнаступлением, назначенным на 12 декабря. Манштейн требовал усиления своих ударных групп, но командование ничем не могло помочь ему. Основные резервы направлялись к Ржеву. Немецкие пехотинцы спрыгивали из грузовиков практически на ходу. Из машин выгружались пулеметы и легкие минометы с ящиками мин. Шоссе находилось под обстрелом, поэтому солдаты спешно спускались в кюветы. Пехотинцев перебросили из Оленина для занятия обороны на пути советского наступления. Катукову как раз не хватило одного батальона для перехвата последнего шоссе и обвала всей немецкой обороны. Из 270 танков к началу операции его корпус уже потерял 200. Немалыми были и людские потери. Катуков остановился всего в 2 километрах от шоссе. Немцы могли двигаться по нему только ночью, но они сохранили эту последнюю нить, связующую их с гарнизоном Белого. Именно в этот момент подошли немецкие резервы из-под Смоленска и нанесли контрудар. Немцы отрезали корпус Соломатина и часть Уральского добровольческого корпуса. Вечером 14 декабря Соломатин получил от Жукова разрешение на прорыв. Уничтожив неисправную и оставшуюся без топлива технику, бойцы мехкорпуса прорвались к своим.
Получив еще одну танковую дивизию из резерва, Модель отбил и новое наступление 20-й армии. Во второй половине декабря боевые действия у Ржева затихли. Операция «Марс» остановилась, чтобы надолго стать самым секретным советским наступлением. О нем на долгие годы предпочли забыть. В качестве причин неудачи назывались увлечение сковывающими ударами, чрезмерный риск с наступлением корпуса Соломатина с открытым флангом и просчеты разведки. Один из пленных советских офицеров сообщил немцам, что он был изумлен появлением немецких резервов. В отчете разведки Верховного командования Вермахта отмечалось: на эти силы противник не рассчитывал. На советских картах, попавших к нам, никаких немецких резервов не отмечено. Потери Западного и Калининского фронтов составили 216 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери немецкой 9-й армии – 53 тысячи 500 человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. 18 января 1943 года за успешную оборону Ржева Гюнтер фон Клюге получил дубовые листья к рыцарскому кресту. Фельдмаршал уже был вовлечен в заговор против Гитлера. В момент взрыва бомбы 20 июля 1944 года Клюге командовал Западным фронтом. Когда стало ясно, что заговор провалился, он принял цианистый калий. Его преемником стал бывший подчиненный Модель. Он тоже покончит жизнь самоубийством в апреле 45-го в Рурском котле. По другую сторону фронта последовали наказания. Конева сместили с поста командующего, как не справившегося с задачами руководства фронтом. Вскоре доверие командования удалось вернуть, и он возглавил первый украинский фронт, дошел до Берлина и Праги. Командующего Калининским фронтом Пуркаева отправили на Дальний Восток. Управление 41-й армии расформировали, и до конца войны армии с таким номером не существовало. Операция «Марс» – несомненно, одна из неудач Красной армии. Однако помимо замысла операции существует ее объективное значение. С этой точки зрения «Марс» позитивно сказался на общей стратегии Красной армии. Он сковал резервы группы армий «Центр», которые в случае затишья под Ржевом отправились бы под Сталинград и могли деблокировать окруженную армию Паулюса. Девятая армия Моделя понесла чувствительные потери. Советская артиллерия и танки методично выбивали самый ценный ресурс Германии – подготовленных солдат и офицеров. В январе 1943 года освобождены Великие Луки в 250 километрах от Ржева. В руках Красной армии оказался важный узел дорог для обеспечения советских войск, угрожающих флангу группы армий «Центр». В этих условиях оборонять Ржевский выступ немецкие войска уже не могли. 26 января фон Клюге обратился к Гитлеру с предложением оставить выступ. Но лишь 6 февраля, через несколько дней после капитуляции армии Паулюса в Сталинграде, Гитлер разрешил отвести 9-ю и часть 4-й армии на новые позиции. Постоянная угроза разгрома заставила штаб 9-й армии работать над планом эвакуации Ржевского выступа. Первые шаги были сделаны еще до официального разрешения фюрера. Операция получила наименование «Бюфель». 4 февраля началось строительство новой оборонительной линии. Отвести более чем на 100 километров 325 тысяч солдат и 40 тысяч хиви – задача непростая. Если бы новое советское наступление началось в разгар этого отхода, он мог стать катастрофой. Большие трудности для отступающих могли создать партизаны и оставшиеся в лесах группы советских войск. Поэтому перед началом отступления началась масштабная противопартизанская операция, которая сразу превратилась в террор против местного населения. Среди убитых карателями людей партизан оказалось меньше всего. На 3000 убитых пришлось всего 277 винтовок, 41 пистолет и 61 пулемет. Ефрейтор Ханс Вайгель из 4-й танковой дивизии.
Наш патруль задержал старика и 6-летнего мальчика с запасом картошки и соли. Они заявили, что собираются ловить рыбу, но думали наверняка что-то иное – доставить продукты партизанам. Мы не стали долго держать их и почти сразу отпустили. На небеса. Такая жестокость уже стала обычной. Однако во время операции «Бюфель» карательные акции проходили особенно бесчеловечно. Модель приказал эвакуировать все мужское население Ржевского выступа призывного возраста, конфисковать все запасы продовольствия, отравить колодцы и сжечь дотла многие деревни. Именно по итогам этой операции Моделя объявили военным преступником. Отход немцев из самого Ржева был назначен на вечер 1 марта. Арьергарды оставались в городе до следующего дня и перед уходом должны были взорвать мост через Волгу. Этот взрыв пожелал услышать сам Гитлер, для чего включили телефонную связь из штаба фюрера с подрывной командой. Гитлер услышал в трубке ужасающий грохот взрыва. Командир санитарного взвода 220-й дивизии Красной армии. Стояла какая-то странная тишина. Ни звука, ни со стороны немцев, ни с нашей. Постепенно солдаты стали вылезать из траншей и щелей. Таких смельчаков становилось все больше и больше. И тут я услышал крик. «Фриц удрал!» «Фриц удрал!» Отход охватывал весь Ржевский выступ. Немцы отходили от рубежа к рубежу. На каждом из них заранее готовились снежные валы, ячейки, оставлялись снаряды и мины. Расстреляв все запасы, гитлеровцы отходили дальше на запад, уничтожив все, до чего успевали дотянуться. Вязьму и ее освободители нашли в каменном прахе. Немцы разрушили все мосты и мостики, спилили телеграфные столбы, искорежили стрелки на железнодорожных путях, подорвали семафоры. С немецкой педантичностью они прострелили даже пустые баки и бочки для горючего. Иногда из уст воевавших под Ржевом немцев звучат слова о том, что германский солдат покинул этот город непобежденным. Но это уверенность рядовых, не знавших общей обстановки на фронте. С тем же успехом можно назвать добровольными действия человека, на которого наставили дуло пистолета. 9-я армия Моделя отступила, чтобы не повторить судьбу 6-й армии Паулюса. Борьба за Ржев стала одним из символов трудного 1942 года. Отрицательные оценки сражений базируются на цифрах потерь. С января 1942 по март 1943 безвозвратные потери советских войск составили здесь 392 554 человека. С учетом раненых это число достигает 1 160 787 человек. Но было бы ошибкой считать поражение под Ржевом бесспорным выигрышем немцев. Разгрома 9-й армии вермахта не случилось, но весьма длинен список нарушенных планов врага. Ржевский выступ как губка впитывал резервы германского командования. Главным же результатом 15 месяцев боев стали чувствительные удары по противнику. 3 апреля 1943 года Модель получил мечи к рыцарскому кресту. А через 2 недели на него словно вылили ушат холодной воды. 9-й армии предстояло участвовать в наступательной операции с кодовым наименованием «Цитадель». Фельдмаршал уже не питал особых иллюзий относительно перспектив этого наступления. В его распоряжении была номинально многочисленная армия, состоящая, однако, из изможденных и обессиленных соединений. Летом 1943-го началась битва под Курском.